注意。このゲームには、暴力シーンや、グロテスクな表現が、ちょっとだけ含まれています。ご注意ください。Ток-шоу «Пусть говорят», в этой студии мы обсуждаем невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Итак, Дианочка, расскажи нам, пожалуйста, что произошло, что случилось? Да, ну, в общем, лоха одного на 8 лет посадила. А можно мне водочки? Стаканчик. Эй, чека, тебе налить? На донышке. Итак, давайте посмотрим видео, которое Диана сняла. Полную версию ролика пришлите мне, пожалуйста, в контакт. Слушайте, куда я попал? Я не понимаю, что такое. Девочка, ты что тут сидишь? Пошли, я тебя лучше шаурма бесплатно угощу. Ты симпатичная, эффектная, современная девушка. Кем ты себя видишь через 10 лет? Вообще, я хочу тюрьму. Я хочу свою тюрьму. Сажать туда парней. А что в этом плохого? Хотеть тюрьму? Ну вы чё? Ну я хочу свою тюрьму. Мой брат трансвестит. Мой муж и бать... Здравствуй, Диана, нафиг ты к нам приперлась второй раз? Ну, после прошлой программы я думала, что меня все начнут жалеть. Ну, просто там на НТВ про Сычеву новый выпуск вышел, а я тоже хочу хайпануть. А меня все только обсирают и делают мемасики. Лол, я с мемасиков тоже ору. Ладно, давайте послушаем, что скажет обвиняемый Дианы. Внимание на экран. Ну, ничего себе, на день рождения сходил. Я просто в...
Лучше бы дома посидел, мультики посмотрел. А, так, давайте пригласим в студию маму Дианы и тоже с него поржем. And her name мамка Шурыгина. Так, кого же еще посадить на 8 лет? Мам, пожалуйста, 2 на донышке и побыстрее. А нафиг ты ему сразу-то дала? В смысле сразу? Вот так вот сразу. В смысле сразу? Ну, вот так взяла, в смысле сразу дала? Сразу? Шлюха, я ему после шлюха. 2 стаканчиков дала, вы Нет, поняли? Ты сразу ему дала. Нет, после 2 стаканчиков я ему дала. Мам, отпусти давай, меня, давай, я ему сюда. Вмажу. Давай. Мне. Я дала ему только после 2 на донышке, это все подтвердят, ясно тебе? Да ты ж пи***ешь, как дышишь. Я тебе сейчас курорт на 8 лет устрою, дровосек гребаный. Итак, давайте пригласим в студию отца Дианы. Что вы можете сказать по поводу случившегося? Офигенный бизнес я замутил, да? Каждый месяц по миллиону делаю. Подписывайтесь на мой паблик «Миллион с батей» каждый месяц, и я вас тоже научу. Как же вы меня бесите все! Я уже в своем вранье путаюсь. Это все Малахов со своими спайсами. Че вы все орете? Хотите что-то сказать? Говорите молча. Вот я кличка. Ну мне все с тобой чё понятно. Че тебе понятно? Ты че несешь? Обезьяна недоделанная. Пойду свой миллион потрачу и еще кого-нибудь закрою. На сегодня все. Берегите себя и своих близких. До свидания.